Добрый день, дорогие друзья и уважаемые члены жюри. Я Анастасия Костина, мне 14 лет, и я начинающий художник. Моя работа написана по основам великого художника Эдгара Дега, а именно «Голубые танцовщицы». Следует отметить, что его балетная серия имела феноменальный успех. Он был мастером движений в картинах. Этими полотнами Дега говорит, что женщина превосходна в любом своем занятии и любом своем образе. Поэтому главный мотив моей работы – это то, что внешность, телосложение, вероисповедание и национальность не имеют абсолютно никакого значения. Ведь если ты горишь этим делом, то все остальное не играет никакой роли. Ты можешь заниматься им без условностей и предрассудков. Вторая смысловая линия моей картины – это красота женщин. Все девушки превосходны по-своему, по-особенному, ведь красота в глазах смотрящего прежде всего в самом себе. Я благодарна организаторам конкурса за возможность проявить себя через современное видение творчества великого импрессиониста. Благодарю за внимание!